субботу в Самарской области облачно, снег, днем 0, -2, ночью 2-4 градуса ниже 0, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно и снег, днем минус 2, в темное время суток также минус 2 градуса, восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти облачно, осадки в виде снега, в дневное время минус 1, ночью 2 с минусом, юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, к вечеру возможен небольшой снег. Днем минус 2, ночью минус 3 градуса, восточный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.